В этом видео я расскажу про настройки отображения статов. Нажимаем Head Options, затем слева Stat Appearance. Я собираюсь модифицировать стандартный HAD 2.0. В настройках отображения можно менять цвета и шрифты для каждой статы в отдельности. Тут много настроек, я расскажу про каждую из них. Вверху стандартные цвета. Вместо того, чтобы самому настраивать цвета, кликая по вот этим цветам, вы можете просто выбрать один из готовых вариантов. Также можно включать и выключать различные цвета для статов. Чуть позже я покажу, как настраивать цвета. Секция Stat Settings ниже – это параметры для каждой отдельной статы. Эти параметры на весь HUD не влияют, они влияют только на ту стату, которая была выбрана слева вверху. Можно менять шрифт. Я поставлю шрифт побольше. И в превьюшке сразу видно изменения. Первая галочка включает затемнение в зависимости от количества рук на данного игрока. Если у вас всего несколько рук, то стата будет тусклая. Она не будет такая яркая, как если у вас 1000 рук на игрока. Вторая галочка показывает стату для хира. Третья показывать стату для оппонентов. Лично я последние две галочки никогда не убираю, а вы, конечно, смотрите, как вам удобнее. Pop-up – это когда вы на эту стату наводите мышку. Можно выбрать, какой pop-up при этом показывать. Можно даже свой pop-up сделать вот здесь, в конструкторе pop-up. Есть видео, как это делать. Decimals – это сколько цифр после запятой показывать для статы. Например, для статы 3-bet – она обычно очень небольшая, от 0 до 7, поэтому как минимум одну цифру после запятой лучше показывать. В самом низу аббревиатура. Если вам больше нравится 3-bet вместо 3-b, можно ввести, и в превьюшке, как только вы сохраните этот параметр, будет видно. Давайте теперь поменяем цветовые диапазоны для статок, к примеру, для 3-бета. Скажем, нам надо изменить этот цвет на желтый. Просто выбираем желтый цвет, жмем ОК, и теперь вместо оранжевого будет желтый для 3-бета от 4 до 8. Скажем, мы хотим сделать, чтобы 3-бет меньше 3 был красным, от 3 до 7 желтым. Для этого просто вводим сюда числа, и сразу показывается, как это будет выглядеть в HUD. Вот здесь написано. Напомню, что HUD всегда можно протестировать в реплеере после изменений. Вам не обязательно играть на реальных столах. Вот такие настройки отображения статов.